провалиться. Это Трей? Как время-то бежит. Ты так вырос. Ну да. Ну, идите за мной. Брок сказал, что вам нужно где-нибудь переночевать. Так что ваши друзья-гномы помогут вам с убежищем. Мы же все еще ваши друзья-гномы. Так других гномов мы и не встречали. Прекрасно. Брат, мы же оба знаем, что тут опасно. Как ни печально, но придется поговорить с Синдри. После вас, друзья. Куда мы идем? В самый чистый дом во всех 9 мирах. Надеюсь, таким он и останется. Ни на кого конкретно не намекаю, Кратос. После вашей встречи с Тором мы подготовили пару комнат, чтобы вы могли спокойно обдумать дальнейшее. Почти пришли. Видите? Мы устроились в мире между мирами. Жилище скромное, зато Фимбулвинтер сюда не достает. Шпионов Одина тут нет. А если вам по душе мерцающие серые бездны, то и вид понравится. Тут замечательно. Кстати, мы хотели обсудить с вами наш план. Любопытно. Ну же, Кратос, входи. Заходите, заходите. Только, пожалуйста, как следует вытирайте ноги. Я подожду. Вы не будете вытирать ноги, так ведь? Ладно, ваши комнаты там, а кухня, она вот здесь. Кто-нибудь голодный? Кратос, поешь. Мне не нужна еда. Нам нужна помощь. Чтобы попасть в Свартальфхейм и спасти Тюра. Тюра? Он жив? В смысле... Что? Не бойся. Я все рассказал. Рассказал? Ты поощрял неповиновение. Нет, я присматривал за ним. Для тебя старался. Никакого риска. Все безопасно. Да не молчи ты. Нам главное сейчас попробовать снова найти путь между мирами. Ты сказал, что знаешь как? Да, точно. Только просто там вы так натоптали. Тогда почему ты до сих пор не открыл путь? Ну, если честно, нам бы не помешала ваша помощь. О-о-о! Братьям Хульдрам, наконец, требуется помощь умнейшего из живущих? Да, именно так. Так! А ну стоять! Чей ты притащил? Во имя Хилея ты еще что? Это мой сын. И что во имя Ярнсмиды с ним случилось? Надо ж какая дылда, а? Еще и выглядит... так. Это ты виноват. Ладно, пошли подберем ему что-нибудь подходящее.
Он же просто растет, балбес. Ты что ли в юности не выглядел странно? Эй! Ладно, с этим уже ничего не поделать. Но советую тебе наконец взяться за ум, если он у тебя есть. Он пытается, поверь мне. Ну что, давайте вас, недоумков, будем снаряжать в путь дорогу. Сперва это. Серьезно помят. Может, проще будет изготовить новый? Этот для меня дорог. Ну, ладно, посмотрю. А пока что давай найдем тебе на замену что-нибудь толковое. Материалов у меня сейчас хватит сделать лишь что-то одно. Принесете еще сырья? Вот тогда и поговорим. Учти, если парень будет расти и дальше, вам придется то и дело приходить за новой одежкой. Да, Фимбл Винтер не щадит никакое оружие. Давай сюда топор. Давненько он не бывал в моих руках. Прохлопал кое-что нужное. Я нашел и кинул в сундук. Вот что бы ты без меня делал? Пойду загляну в свою комнату. Как будешь готов, скажи Синдри. Спасибо. Синдри, какой славный дом. Ты сам его построил. Ну, и как идут дела у нашего лазурного пушляка? Ты это мне, мудила? Ха-ха-ха-ха, восхитительно!
Эй, посмотри! Я надеюсь, все в порядке? Как отворить миры? Нужна одна штука из мастерской. Идемте! И голову не забудьте. Так, и где именно заточили Тюра? Его держит в какой-то шахте. Пока что это все. Ты же понимаешь, в мире полно шахт. Нужно узнать точнее, где искать. О, Дурлин может помочь. Дурлин это... Он вроде как наш родич. Заботится о безопасности города. И у него наверняка есть самые разные сведения о шахтах. И Одина он точно недолюбливает. Поэтому, когда твоя мать затевала восстание, она обратилась к нему. Готовы? Восстание? Ты про это знал? Не знал. Лидер восстания, который знал маму. Похоже, он-то нам и нужен. По-моему, вы пропустили мое «та-да». Ну да ладно. Я все в два счета подготовлю. Идите к вратам и ждите. Лидер восстания? Дурлин-то? Вот это вы его сделали. Ладно, до встречи, Синдри. Слышите? Это что, такие драконы? Они так далеко, что не понять, большие ли они. Нам понадобится Беврёст и голова. Брок, возьми его. А, так вот в чем заключается моя помощь. Ну да, артефакт был создан специально для тебя. Глаза Беврёста помогут тебе иначе взглянуть на проблему. Ну ладно, а я могу им как-то управлять? О, нет, 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 нет. Это лишь удержит тебя, пока мы светим тебе в глаза. О, Синдри, грязный ублюдок! Открой глаза, открой! Мне совсем не хочется применять распорки. Давай! Так, так... Хорошо, теперь выпускай! Все равно неприятно! Наш черед, давай, скорее! Да иду я, иду! Во имя яиц, Хрёсвельд, ну зачем так-то? Скоро узнаешь. Подрегулируем. Готово, все в порядке. Видишь, ничего непоправимого. Я тебе покажу непоправимое. Кратос, брось меня в него, рогами вперед! Да ладно, козлина, чё ты шуток не понимаешь? Беврёст треснул. Мы перенастроили врата так, чтобы они работали с помощью семян Игдрасиля. Больше не нужны ни стол, ни лампа Беврёста. Лампа давала свет. Ладно, намек понял. Я что-нибудь придумаю. Но сперва давай покажу тебе, как это работает. Наведи ключ на руну Свартальфхейма справа. Сосредоточься. Приведут вас на болото у Нидавеллира. Идите на городскую площадь и в таверне спросите о Дурлине. А в таверне о нем знают? Дурлин всегда был закоренелым пьяницей. Конечно, с годами он мог поменяться, но, судя по опыту... А ты не пойдешь с нами? Ну, я мог бы заскочить, но в болотах так... сыро. И там повсюду злобней. К
гнусные, склизкие, вонючие твари. Но вам удачи. Спасибо. Постой, что? Я говорю, удачи! Ого, чувствуете? Ты о чем, парень? Во всем вокруг. Тут тепло. Можем поплыть на этой лодке, если я смогу ее спустить. Одним шпионом меньше. Начало неплохое, а? Атрей, ты потерял бдительность. Зато добыл лодку. Так соберешься, можем отправляться по каналам. Зачем в воде эта цель? Она от гномьего парома, которого тут не наблюдается. Все не верится, что мама возглавила восстание против Одина и ни словом не обмолвилась. Может быть, от того, что восстание провалилось? Чем она занималась до нашей встречи? Ее дело. А ты интересовался? Смотри по сторонам. В воде есть ресурсы. Ни разу не спрашивал маму, чем она жила раньше. Да о чем вы вообще с ней говорили? Или ты говорил лишь: женщина, стереги дом. Я пойду наловлю рыбы. Не уходил на 5 дней? Нет. Твоя мать рыбачила куда лучше.
Ты видел вон там? Колесо перекрыло канал. Наверное, если повернуть его, мы сможем проплыть. Так это и есть болото. Очень похоже. Это топь. От запаха глаза слезятся. Должен сказать, и впрямь попахивает крепче, чем когда я был тут в прошлый раз. Дорога идет дальше по другую сторону гейзера. Тюр дружил с великанами. Интересно, знал ли он маму? Был ли он участником восстания? Все может быть. Бог войны частенько якшался с великанами, но не припомню, чтобы он открыто объявлял их союзниками. Идем. Должен быть более быстрый путь вниз. Похоже, это артефакт времен гномьего восстания. Нарукавник Хрейдмара, отца нескольких небезызвестных тебе гномов. Наверное, стоит отнести Броку. Пусть лучше будет у него, чем здесь. Правее!
Брёк! Берегись сзади! Давай, Кратос, держись! Осторожно, сзади!
Осторожно, сзади!
места! Осторожно, сзади! Осторожно, справа! Последний враг! Снизу! Есть! Так, теперь надо придумать, как повернуть колесо. Эй, предупреждать надо, если видишь, что твой спутник вот-вот увязнет по самое горло. Земля. Это землетрясение? Такое в Свартальфхейме случается, пусть и не часто. Учитывая, сколько тут копали, земля может быть нестабильна. Достанешь до колеса отсюда. Ты опустил его. Как раз так, как надо. А может ли быть, что тут так тепло не потому, что холод сюда еще не добрался, а потому, что в Свартальфхейме просто все иначе? Точно. Фимбул Винтер влияет на все миры по-разному. Странно, что он не несет предсказанную стужу повсюду. Но он принес ее в Мидгард. А тут, как видишь, его влияние выражается более газоподобно. Обрати внимание на гейзеры, на упомянутый запах. Здесь и прежде такое бывало, но сейчас всего этого стало слишком много. Как думаешь, пройдем под мостом?
Миста! Беги сзади! Миста! Отец, вон там, наверху. Ну, есть там что-нибудь? Они что, заткнули гейзеры? Да. Кажется, надо повернуть колесо, но вода не достает. Да.
повсюду. Так, мы заморозили один гейзер. Наверное, где-то есть еще. Все же редкие искусства. Идем к лодке. Если гномы этого мира похожи на Брока и Синдри, вряд ли они будут работать на Одине. Частенько у себя под носом не видишь ничего, кроме немедленной выгоды. Один предлагал им безопасность, а спорить с ним себе дороже. Так может, парочке богов стоило помочь им развернуть войну против него? Атрей. Мы здесь не за этим. Да я пошутил. Война не шутка. Особенно, если воюют вне боги. Разруха. И да, я не расслабляюсь. Вокруг полно этих злобных. Слева!
Чисто! Хорошо, что ты знаешь руны, брат.